Всем привет, ребята! Сегодня я решила провести с вами такой небольшой денек, записать влог. И также мы сегодня с вами протестируем новые мои продукты для волос от бренда Velaflex. Я уже высушила, помыла волосы, нанесла на влажные волосы пенку, блески, фиксация, пятерка. Это мусс для волос, пенка, которую нужно наносить на влажные волосы. И я хочу сказать, что уже даже когда я пользовалась феном, волосы сразу быстро принимали форму, ту, которую, в общем, я делала расческу. Сегодня я вам покажу свою классическую укладку, которую я делаю. Вы меня часто спрашиваете: Лера, как ты делаешь свои волосы? Это очень просто на самом деле, очень быстро. И также я укладку делаю практически каждый раз. Мою голову я раз в 3 дня. И волосы у меня, локоны, накрутка держится около 3 дней. Единственное, иногда я добавляю сухой шампунь, чтобы освежить именно корни волос. Для того, чтобы уложить волосы, я использую любую плойку. Главное, чтобы не очень был узкий диаметр. Чем шире, тем лучше. Сейчас я буду пользоваться вот такой конусной плойкой. Либо я распределяю волосы с заколкой, или просто на пряди. И очень так, можно так сказать, хаотично от лица начинаю накрутку. Обычно я делаю где-то 2-3 оборота, то есть я кручу, по сути, только концы. Сегодня у нас будет такой немножко насыщенный день. С вами у меня сегодня с утра опять был переезд, потом сейчас я накручусь, нам надо будет заехать на одну презентацию. Также я хотела посмотреть, померить теплые вещи, так и в процессе мы будем тестировать эти продукты для укладки, в плане, как они выдержат примерку в магазинах и так далее. То есть у нас будет такой тест-драйв и влог, 2 в 1. Верхнюю самую прядку, маленькую такую тоже подкрутить. Так, небрежно так, да. Я иногда выбираю какие-то пряди еще дополнительно, смотрю, чуть-чуть их кручу. Смотрите, в общем, я накрутилась, и сейчас я не люблю эффект вот этих слипшихся локонов. Я просто зафиксирую, пока волосы еще теплые, я зафиксирую их лаком. После того, как я нанесла лак, я расчесала все волосы расческой с редкими зубчиками, чтобы они были более подвижные, более натуральные, такой волна. Это моя повседневная укладка, я с ней хожу практически все время. Очень редко я выравниваю волосы в последнее время. Мне нравятся именно такие объемные, естественные, натуральные накрутки на крупный диаметр плойки. Мне нравится, что лак Velaflex оставляет волосы очень подвижными. И несмотря на то, что он дает довольно-таки сильную фиксацию, это максимальная фиксация пятерка, он оставляет волосы подвижными, живыми, он делает их блестящими. Вот, так что давайте собираться дальше. Сейчас сделаю небольшой макияж, подкрашу губы и поедем с вами по делам. И протестируем, сколько же продержится ли до завтрашнего утра мои локоны. Так, я уже собралась, нужно накрасить губки. Угу. Мне сегодня еще нужно быстренько, у нас 4 часа, все, солнце садится. Мне нужно быстренько сфоткаться в этом платье, там тоже для одного бренда. Насколько меняется вообще вот внешний вид, когда есть укладка и когда нет укладки? Я даже могу быть без макияжа, и когда у меня есть укладка, то себя чувствую вообще по-другому абсолютно. Меня пригласили на презентацию их нового аромата Maison Lancôme, поэтому сегодня с вами тоже туда заедем, обязательно посмотрим, что там будет в ЦУМе. Я сегодня не сделала контуринг, и какая-то бледа. Сейчас заехали в Польс,
Ирой на afternoon tea. У нас здесь чай, вкусные закуски к чаю. Мне сейчас нужно ответить на несколько имейлов по работе, и мы отправляемся на презентацию в Lancome. Я просто обожаю этот вечерний Киев. Смотрите, как красиво все светится. Зум. Лаванда. Красивая такая упаковка, да? Они еще не знают, какую. Сейчас зайдем в Зару, померяем парочку каких-то теплых свитерочков, возможно, какие-то платья посмотрим уже на Новый год. Так у нас как раз из Сума вышли, переходим через дорогу из Зара. Ира выбрала себе уже наряд. А вот это боди ты не хочешь? Бейонсе, Бейонсе. Одинаковое померяем? Конечно. Давай. Мы любим. Хороший комплект. Да, такой. Да. Так надо ходить? Ну так ужасно. Мне кажется, это может как-то опустить надо. Ира! Я стесняюсь выходить. Капец. Я тут смотрю. Это мы секси. Вот этот? Ага. Не дам. Доброе утро, ребята. Мы вчера, извините за этот бардак, мы вчера с Ирой ходили на очень прикольный фильм, как-то «Убийство в экспрессе» или что-то такое. Давайте посмотрим, что у меня там с волосами. Фильм нам очень понравился. Знаете, это... Те фильмы, я вообще обожаю Эркюля Пуаро, это те фильмы, которые, знаете, когда на секунду просто отвлекся от экрана телевизора, кинотеатра и просто потерял всю суть. Вот, я сегодня спала с Дулькой, и накрутка, видите, до сих пор у меня есть, но у меня довольно-таки пористые волосы, поэтому они, в принципе, нужно сейчас расчесаться. Вчера в Заре мы померили несколько сыра и свитеров. Очень прикольные свитера, но качество у них, конечно, безобразное, поэтому, знаете, с одной стороны, я могу советовать, ну, как бы они модные, да, но с другой стороны, синтетика такая. И мне надо какой-то сейчас маслицем каким-то намазать кончики, вот, ну, в принципе, локоны держатся, несмотря на то, что весь день я моталась, носила пучки, переодевалась и так далее. Вот, волны держатся, можно немножко их структурировать, но я не стану. У меня сегодня еще одно мероприятие, я не буду, даже волосы у меня свежие. Что да, я пользовалась вот этой вот пенкой Валафлекс, это блески фиксация пятерка. И точно такой же лак из этой же серии, пятерка, лак для волос, блески, фиксация, Велофлекс. Сейчас мы идем завтракать, едем с Ирой по делам, по нашей работе, и все. Так что хорошего вам дня, спасибо, что вы посмотрели это видео, я надеюсь, оно вам понравилось. Извините меня за мой внешний вид, потому что я только что проснулась. Да, всех целую, всем пока.